Как мы могли не прийти к колодцу святого Павла и не собрать святой водички? Вот сейчас мы соберем водичку святую и поедем. Ход сюда 12:50. Жалуется. Сейчас будем пить водичку. Иди, Мирада, ты. Смотри, где? Колодец. Я труба, да? Сейчас мне наполнят. Ты шикер дыри. Есть у тебя? А крышка есть? А, вот вода. Всем привет, друзья мои! Мы собрались на море. Не знаю, я пока не буду купаться, я просто позагораю. Сын завтра уезжает. Сегодня они сходили с Эндером тест, сдали на ПЦР-тест на коронавирус. И решили поехать на море, потому что вчера у нас не получилось. Мариса, открой дверь. Похудел ты, знаешь, Мирабчик? Похудел мой сын. Вы знаете, что как назло, у него и кашель какой-то, и черт знает что. Говорит, ковид у него. Короче говоря, ждем машину, идем. И я свой стабилизатор сейчас приготовлю и буду снимать вам шикарные видео. Раби, как Ирма одевает тапочки? Как Ирма одевает тапочки? На моего бразильца, мексиканец. Как мексиканец, да, он? Он тапочки вот так вот одевает. Короче, на море помоем эти тапочки. Вчера я не посмотрела. Все стираю, перестирала, а это оставила. Ничего. Ну ничего, сделаем потом сейчас. Окей. Будем дома сидеть неделю, не выходя, и все успеем. А вот и мы. Осторожно, Ирма, горячая сейчас. Вы представляете, какой сервис здесь на автоколонке дают капельку кофе? Какая маленькая чашка. О, бля, почему такие маленькие чашки дают? Потому что сильная кофе. Как вкусно. Ага. Вкусно с рыбкой. Там у тебя глаза вот здесь, а у тебя глаза на второй здесь. Ой, супер. Very good. Это, говорит, со скидкой. Со скидкой, говорит, кофе. Это просто, чтобы попробовать или что? И попробовать и купить. Лучше нельзя, да? Мираби понравилось. А я вообще... Скажи, а ну я не распробовала, да, Фабрис? Ларковый? Салам, Мири. Друзья мои, ехали на море. А куда приехали, посмотрите. У моего мужа здесь знакомый, они вместе раньше работали. И пригласил нас домой. Алла, дал. Потом мы поедем на море. Чок, ас, колды. А ну я покажу вам
Какая красота здесь. Я Özer я. Hiç ben vallahi hiç aklıma mı dedi ya Özer dedi. Где мы попали? Это. Она бы сок ставила. Это просто прелесть. Смотрите, какое море. Мы сейчас отсюда прямо пойдем. Это называется район Аяш. В ту сторону дальше. Мы были на море, мы сейчас вернулись. Вот какой вид этот прекрасный. А тут еще и бассейн, посмотрите. Говорят, что сейчас на море, потом говорят, придете и в бассейн. Можете покупаться. Нам очень много жирно будет. Классно. Ведьмачка только проснулась. Очень гостеприимный человек. Прямо вот настаивает и на обеде, на все, чтобы мы покушали, выпили. Он сколько нас приглашал сюда, но мы никак не могли собраться. Дети хотят на море, пойдем скоро на море. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Спустились вниз посмотреть на бассейнчик. Я буду загорать сейчас. Маша там полезет на бассейн. Мария, иди поснимай меня. Вот, папуля. Хорошо, снимайте. Ой, не жизнь, а малина. Ага. Вот такой бассейн. Загорает бабу. А еще и здесь можно поставить. Посмотрите, куда мы пришли, как красиво. Нашли новое место. Вы видите? Сейчас мы будем здесь купаться. Ура! Стой, Деми! Без бабули не идите. Красота! Оттуда войдем мы. Ирмочка, а Деми где? Куда мы пришли, смотрите. Мари вообще пошла туда далеко-далеко. Вот такая здесь бухточка. Видите? Теплая, хорошо. Видите, как классно. Оттуда во вход, отсюда. Мари далеко-далеко пошла. Тут именно как раз здесь море для деток.
Значит, 40 лир стоит здесь. Сейчас я скажу вам. Все вместе. Друзья мои, посмотрите, как мы вкусно кушаем. Да, сыночек мой. Сыночек завтра уезжает, мамин сыночек. Я все время бабуля говорю, как будто я его бабушка. Вот приготовила, ну видите, как я такой. Фастфуд. Сосиска, бурек, салатик сделала. Вот, сидим здесь, детей покормила. Эти сидят, пенсионеры не купаются. Это, знаете, пляж чисто для детей. Потому что здесь взрослым неинтересно. То есть, надо идти мне, например, сколько? 20 минут, чтобы было глубоко. Ну, дети счастливы до безумия. Но мы проголодались. И после нашего купания нас пригласил этот друг его, наставил прямо на то, чтобы мы пришли к нему домой, в гости. Так что посмотрим. Если мы пойдем, и вы тоже пойдете вместе с нами. Ну, красивое место, действительно. Это бухточки такой. Посмотрим, друзья мои, как и что будет. Решила поснимать скрытой камерой. Красиво, да, здесь по бокам. Поели, можно и полежать. Я только так ножки обмыла. Эндер с другом Ялчин его зовут. Пошли купаться. И на это море для деток. Не для меня это точно. Ну и то, что я сейчас не так себя чувствую, вполне здоровой, решила быть осторожной. Это красиво. Там музыка, кафешки рядом. Музыка доносится. Что хотите, можно заказать. Мы сейчас будем скоро ей кушать арбуз. Не знаю, как это получится, но... Смотрите, как много людей. А потом вернемся к нашему другу, который живет. Вроде бы покупаемся в бассейне. В общем, интересное сегодня у нас... день, интересный день получится. Зря, что раньше не приехали из-за моего состояния здоровья, сами понимаете, но Мирабчика завтра будем провожать дорогу. Конечно, тоскливо на душе у мамы, но такова жизнь, кто-то должен уезжать, кто-то должен приезжать, так интереснее. Удивитесь на этих уточек. А это играет здесь мяч. Они даже не хотят выходить из моря. Ирма, Мари, вам не пора выходить? Ты не замерз? Подождите, посмотрите, что я ухожу. Сальто. Ага, я не ухожу, я ухожу. Не, вот так, сальто, кружись. Не, вот так, раз и все, как в носу, как на берегу. Ой, ты... Я получила! Ты у меня умничка. Давай, давай. Я получила.
Давайте выходите. Выходите, а ну дай покажи. Не замерзла ты? Дай бабуля посмотрит. Смотрите, дай эту хулиганку. Безопасное море для детей. По этому мосту мы спустились. Зонтики сейчас собирают, так как уже солнце уходит. Вокруг кафешки. У меня всегда была мечта сюда прийти. Не получилось. Мечты сбываются. Выходите, пойдемте арбузик покушаем. Арбуз, арбуз, пошли покушаем арбуз. Какая песок. Песок. Ну меня не пачкайте, бабуля нельзя. Я это казарь делаю. Пойдемте, пойдемте, покушаем арбузик и потом купаться. Нет, я кушаю. Воду только не глотайте, хорошо? Дэми, ты не глотаешь воду? Точно не проглотил? Скажи честно. Честно. Ну, Дэми всегда говорит честно, он не умеет брать, хороший ребенок. А почему носик, бабуля, у тебя красный? Потичка, да, как раз тебе надо водичку соленую. Мой мальчик хороший. Ирмочка! Ну что, друзья мои, пошла я на берег урезать свой арбуз. Взяли мы арбуз, все, пошли. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.